Пьяненько, давай, давай. Только ты когда решишь пропустить кого-нибудь, обрати внимание, что сзади может ехать грузовик какой-нибудь груженный, который остановиться как ты не сможет. Но он все равно уже вышел. Но он все равно, а сзади грузовик к тебе приехал и прилепил. Ты в зеркало посмотрела? Нет. В зеркало не посмотрела. Ты остановилась такая умная, у тебя машина тонну весит с нами вместе. А грузовик там 10 тонн, снегом тем же груженный. Он на тормоз нажал, а он как на лыжах. Все. И мы человека собьем, когда он побежит. Он же не посмотрит на грузовик, он увидит, что мы остановились, и побежал. И мы его на капоте прокатим.